наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Звук «В» в этом имени связывает с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Значение буквы «Т» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. В этом имени звук «В» не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Часто представители этого имени бывают одинокими в личной жизни, так как все свое свободное время уделяют работе. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Счастливыми камнями для них будут лунный камень, жемчуг и тигровый глаз. В качестве талисмана желательно носить лунный камень в соприкосновении с телом. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Будучи внутренне очень мобильными, эти люди становятся прекрасными коммивояжерами, журналистами, водителями-дальнобойщиками. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Буква «Т» дает человеку настырность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.